артиллерийскими подразделениями группировки «Днепр» нанесено огневое поражение по командно-наблюдательному пункту и пункту управления беспилотными летательными аппаратами 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, а также складу хранения боеприпасов и техники в районе города Херсон. Потери противника на данном направлении в живой силе составили до 30 человек. Уничтожено более 10 единиц боевых бронированных машин и автомобильной техники. Кроме того, в районе населенных пунктов Бургунка, Новотягинка и отряда Каменка уничтожены 2 минометных расчета украинских националистов. Средствами противовоздушной обороны группировки подавлено 2 ударных беспилотных летательных аппарата.